Чрезвычайной ситуацией местного масштаба признали положение дел в Ковельском ветсанзаводе. Напомню, там без утилизации под открытым небом хранится более 3000 тонн останков животных. Свести их сюда позволил директор госпредприятия, после чего скрылся. Люди, которые уже больше месяца дежурят на блокпосту у ветсанзавода, чтобы не пропускать на территорию новые грузы, сегодня перекрыли международную трассу. Загрязненная почва, незаконные захоронения останков, злоупотребление служебным положением. Житель Донецкой области Вадим Суханос, которого назначили директором Ковельского ветсанзавода, меньше чем за год наработал 2 уголовных производства и нанес ущерб экологии почти на 2 миллиона гривен, сообщает в прокуратуре. Було винесено підозру, однак, так як він не з'явився, на даний час він знаходиться в розшук, тож не оголошено в розшук. Сьогодні, як повідомив мені слідчий, по телефону він вийшов вже на зв'язок. Обіцяє з'явитися, але він знаходиться не в місті тут, зі слів в місті Києві. Вчора ми отримали ухвалу суду на його затримання. Вот завод, вот блокпост. Горожане уже месяц здесь дежурят, не пропускают на территорию машины с останками, которые везли сюда тоннами. В 400 метрах от предприятия жилые дома. Местные жители ждали, что отходы вывезут. Сегодня перекрыли трассу. Там все раскладывается. Це було пару днів сонечко, то мухи обліплені, всі будинки в мухах були, а вони всі прилетіли звідти. Там інфекція розповсюджується, собаки розносять, ті кості, те м'ясо, коти розносять. На акции много полицейских контролировали, чтобы не было пробок. Приехал на трассу и замглавы Волынской облгосадминистрации. С его слов понятно, кто виноват, знают. А вот что с этим делать, не совсем. Руководство концерна «Укрветсанзавод» самоустранилось. Все предприятия, входящие в его состав, отказались принимать останки из Ковеля. Я думаю, сведомо керівником было принято решение про накопичення критичної маси сировини, яку Ковельська філія не здатна сама була переробити. Для того, щоб йти по варіанту утилізації, потрібно переконати людей, які в населені пункти поруч, про те, що утилізація не буде шкідливою. Тобто з плечей одних людей перекласти це на плечі інших людей? Ну, давайте ми розглянемо всі варіанти. Поки люди перекривають трасу, Марковіля трудиться в своєму кабінеті. Говорить, на акцію не поїхав, тому що госслужащий. Я міський голова, я державний службовець, мені заборонено приймати участь в таких акціях. І на півдругої мене зустріч з губернатором в частині самовирішення цього питання. Мэр, как и другие чиновники, надеются, что им удастся найти место, куда перевезти зловонный и опасный груз. Деньги, это сотни тысяч гривен, уверен, найдут. Но даже если горы трупов вывезут, ликвидировать последствия придется годами. Кто виноват, местный директор предприятия или его столичное руководство? Ответы на это должны дать правоохранители. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Волынская область.